Покупай подписку UFC Fight Pass со скидкой 50%. Смотри все турниры UFC за 125 рублей в месяц при выборе годового тарифа. Предложение действует для России и стран СНГ. Ссылка в описании. Это на случай, если будут судороги. А конфетки я люблю съедать одну перед началом весогонки, просто чтобы немного сахара в кровь попало. Я один из диетологов и нутрициологов команды UFCPI. Мы занимаемся весогонкой бойцов в неделю боя и помогаем спортсменам безопасно согнать вес, восстановиться и выступить. И также мы помогаем спортсменам на протяжении всего года вне кемпа, во время кемпа и в неделю боя. У мистера Морено сейчас то, что мы называем острым этапом весогонки. В нем спортсмены находятся в тепле, что помогает их терморегуляции. Ему осталось скинуть пару процентов своего веса сегодня, и он будет готов к взвешиванию. Мы в Анахайме на UFC 270, пауза наконец закончилась, я жду не дождусь, да мы все ждали этого. Как мы знаем, у Дэвисона тяжелый бой до самого боя, это весогонка, но в этот раз вроде бы все под контролем, и он скоро взвесится. А что касается Брэндона Морено, он будто просто излучает уверенность. И думаю, Брэндон Морено заслужил то уважение, которое высказывают ему букмекеры и публика после того, что он сделал в прошлом июне. Итак, спасибо всем, кто пришел. Это официальное взвешивание UFC 270 Нгану против Гана. Первое пей-пер-вью 2022 года. И первый боец, который взвесится сегодня, это чемпион наилегчайшего дивизиона UFC из Тихуаны, Мексики. Встречайте, Брэндон Морено. Пятьдесят шесть двести. Официальный вес чемпиона Брэндона Морено. О, слушай, я наконец что-то пью, так что я чувствую, будто бы душа возвращается в мое тело. И именно поэтому я настолько счастлив сейчас. Итак, следующий боец на весах – это его оппонент, бывший чемпион наилегчайшего дивизиона, бог войны Дэвисон Фигередо. Пятьдесят шесть двести – официальный вес Дэвисона Фигередо и титульный поединок в наилегчайшем дивизионе в силе. Следующий боец на весах – один из тех, вокруг кого был построен этот карт. Временный чемпион тяжелого дивизиона UFC, непобежденный Сирил Ган. Сто двенадцать килограммов. Официальный вес Бонгама Сирила Гана. И последний боец, который взвесится сегодня, человек, вокруг которого был построен этот карт, чемпион тяжелого дивизиона, хищник Фрэнсис Нгану. Сто шестнадцать килограммов пятьсот граммов. Официальный вес Фрэнсиса Нгану. Осталась одна ночь. Увидимся завтра. UFC fans, we'd like to welcome you to the weigh-in for UFC 270 in Ngannou versus Gan. And now for the call of the ceremonial weigh-in for UFC 270. Here is Chogo. For the flyweight championship of the world, introducing the challenger.
Красивая цепочка, а? Красивая цепочка. Спасибо.